Йоу, физкульт, привет, туристы. Высота 2350, курорт Горкий Город. Это вершина, черная пирамида рядом. И сейчас мы махнем с вами через восточный сектор по трассе 4С до самого, а потом по 13-м до самого низа. За один спуск, за один, так сказать, подход. Без пауз. Честно говоря, это дико напряжное занятие. Потому что перепад составит больше, чем 1400 метров. Не знаю, насколько у меня хватит ног. Левая у меня чуть-чуть травмированная, колено болит. Гигантскую скорость я вам показать не смогу, потому что все же здесь люди, здесь трасса. Людей много, но постараюсь по максимуму. Итак, вначале видим, трасса пустая, можно валить хорошенько. Я включил спидометр и буду засекать вам. Вот мне главное объехать чувака слева. Я практически на прямых лыжах фигачу. Сейчас чуть-чуть оттормаживаюсь, потому что здесь две трассы пересекаются. Контролю, кто там слева. На выходе должен здесь всех объехать. Они все разъезжаются в разные стороны. Толкнуться палочками для скорости и уйти на 4С. Очень быстро одну очередь канатки я проехал. Не знаю, вы там вообще слышали что-нибудь или нет. Скорость была приличная, скорее всего, что задувало. Здесь полога, поэтому я стою раком боком. Ну, таким, в позу скоростного лыжника. И этот пологий участок проезжаю. Сейчас людей станет больше. Вот. Мне нужно ехать по краю трассы, чтобы не мешать ни себе, ни людям. И опять набираем скорость максимум. Теневая сторона. Чуть-чуть полога. Полога, здесь есть возможность чуть-чуть отдохнуть. Нужно обогнать человека. Буду обгонять его слева, максимально прижимаясь. Оп, объехали. Мне сейчас везет. Людей очень мало конкретно на этой трассе. Все катаются под солнцем в цирке. Поэтому можно ехать на прямых лыжах. Так, вот здесь лыжник. И еще сноубордист. Я возьму опять крайне в левый ряд. И вот здесь школьник. Школьников я всегда боюсь. Чуть-чуть приходится сбрасывать скорость. Потому что видите, как широко поперек едут. Но ничего. И здесь я тоже сброшу, потому что поворот закрытый. Я не вижу, кто за ним. Сейчас начнется серпантин, где будут жуткие перегрузки. Можно забить квадрицепсы. Конты слабоваты, не вывозят. Вот здесь можно было бы уехать на пологую трассу, но сейчас она закрыта. И у меня участок очень крутой. Здесь даже мне придется поехать длинными дугами, потому что здесь разбито. Внизу люди, и вваливать на прямых я не могу. Вот тут вот человек даже не глянул наверх. Едет, кто нет, пофигу. Очень опасно поступил. Уже ноги горят. Но я думал, что будут гореть сильнее. Фиг знает, сколько по уровню я спустился, но прилично. Сейчас еще один крутой участок. Опять закрытый перегиб. Здесь трасса чуть ровнее. Здесь я пойду большими дугами, но на приличной скорости. Ох, забиты ноги. А перед спортистом мне нужно сбросить скорость, чтобы безопасно его объехать. Ну вот, все. Я их миновал. И тут еще один резкий поворот. Блядь. И такой снег, все забито.
объеду людей снизу, чтобы безопасно. Выехал на Колдобино. Ах, проиграл тут немножко времени. И уже финалочка. Здесь голубая трасса, 11-я, если не ошибаюсь, которая как раз выведет, нет, 13-я, выведет меня на 960. Узко, сбрасываю скорость и по краю объезжаю людей. Камешки, опять по краю. Тут можно разогнаться, людей нету. И полога. Ноги прям вообще еле вывозят. Ох, как вообще. Хотел по краю объехать, а девочка маневр неожиданно сделала. Помните, скорость нужно контролить. То есть, если бы я не был уверен, что ее объеду, я бы не ехал с такой скоростью. Так, тут много земли, поэтому смотрим, чтобы не было камней. И здесь прям валиваем. Просто, короче, вниз валиваем на полных ходах. Смотрим, чтобы слева не ехал ретрак. Заходим в поворотик. И давай. Здесь много детей. Поэтому тоже смотрим, чтобы никого не сбить. Полностью контролируем ситуацию. Смотрим влево на выезд. И здесь у нас финиш. И все, финиш. Ёпта. Фух. Так. Надеюсь, ребят, такой быстрый спуск вам понравился. Я попытаюсь залупить его, включить спидометр, там перепад высоты, всю фигню. Попробую заморочиться и прям одним дублем этот видос выложить. Кому понравился такой скоростной спуск, ставьте лайчинский. Есть еще одна вершина, есть еще одна полная третья трасса, которую точно так же можно на ходах проехать. И спасибо большое, что смотрели, пока. С приветом из горки город. Замечательная трасса была.